В Магадане началось голосование по проекту Всероссийского конкурса об устройстве общественных пространств на 2019 год. Отдать свой голос можно в департаменте СОТЭК или заполнить анкету на сайте мэрии. Для благоустройства в следующем году предложены 4 объекта – сквер 60-летия, аллея Славы, пешеходная зона «Магаданское время» и сквер в микрорайоне «Солнечный». Надеемся, что уже опыт по парку «Маяк» у нас приобретен. Как подавать проектно-сметную документацию, какие есть нюансы, чтобы победить, мы знаем. Там тоже грант 100 миллионов рублей. Голосование продлится до 13 января. За получение гранта борется 455 населенных пунктов с проектами благоустройства парков, скверов, набережных и площадей. В прошлом году Магадан вошел в число 98 победителей с проектом «Парк Маяк». Победителям выдают грант в размере 100 миллионов рублей.